Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что же, забираем свои награды за Лигу Мастеров. Одна звезда. Так, 100 долларов. Ну, мне не хватает еще немножечко, да, чтобы купить еще 100 телепортов. Ну, да не беда. Так, открываем с тобой бесплатную колоду. И у нас здесь ничего не выпадает, к сожалению. Так, задание, по-моему, я выполнил, да. 14,5 часов будет откат. В магазине, кстати, нам надо посмотреть кое-что. У меня, по-моему, хватает жетонов, да, 105 штук, и мы с тобой приобретаем Рафаэль Космос или же или же Леонардо Оригинал. Вот у нас выбор с тобой стоит. Ладно, я возьму, наверное, все-таки Леонардо Оригинал. Будем копить на него, а потом будем уже Рафаэля Космос. Я думаю, это будет справедливо. Ну что же, сегодня, как вы знаете, да, у нас испытание эксперт. Это Супер Шреддер. Обязательно сегодня туда пойдем и будем набивать. И не знаю, если получится, попробуем пофармить. Ну а пока мы с тобой рванем на арену. Так, я нахожусь на 58-м ранге в Лиге Мастеров Одна Звезда. Я не знаю, откатились ли у меня персонажи. Сейчас посмотрим, потому что я на работе немножко поиграл. Леонардо пока еще недоступен. 55 минут нужно ждать. Откатов у нас нету. Поэтому будем пробовать своими бойцами, которые у нас в данный момент хотя бы доступны. Тут я смотрю 66 уровень, да? Значит, мы с тобой будем делать... Возьму Ванька, возьму Сплинтера, Нейтрализатора. Так, подожди-ка. И, наверное, возьмем с тобой Армагона для подстраховки. Ну, давай посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, у Саги у нас есть. Кстати, надо было его, наверное, приберечь, да? На самый-самый последний бой. А я вот что-то, да, сплоховал маленько. Ну, да не беда. Так, Микеланджело усиливает вражескую команду на атаку. Но я думаю, что это их не спасет, потому что Армагон, по идее, должен сейчас всех разнести. Оу, Би-боп выжил. Хотя нет, ребят, постепенный урон его уничтожил. Ну что ж, неплохое начало. Боев, конечно, будет сегодня не очень много, но я думаю, что нам хватит перейти хотя бы в Лигу Мастеров 2 звезды. Я на это очень сильно надеюсь. Ну что, выберем мы с тобой, наверное, Раэля. Поехали. Так, здесь нам понадобится, наверное, Зек, Змейковьюн. Возьмем Шархана и Паукуса вместе с Тимати. Нет, возьму Карайку. Надеюсь, что она своими массовыми. А тут, в принципе, смотри, и Карайка массовая, да, атака. У всех есть массовые атаки. Поэтому, если мы не дадим им шанса здесь сделать ход, они здесь упадут все. Но вот что-то я сомневаюсь. Кто у них хиллер? Би-боп, да? По идее, надо бы его как можно быстрее шлепнуть. Так, Паукус. Минус один. Слушай, по-моему, сейчас Змейковьюн всех добьет. Да, все так и получилось. Ну что же, отлично, мы с тобой двигаемся дальше. Там еще сколько, наверное, боя два у нас с тобой получится. Полноценных. Но вот хватит ли? Скорее всего, нет, ребята. Не попаду я сегодня в Лигу Мастеров 2 звезды. Можно, конечно, вечером будет сыграть. Ну, если я проснусь, потому что я только с работы пришел, как говорится, с пылу с жару приземлился и вот начал шпилить вам видосик. Если я проснусь и буду себя чувствовать великолепно, то обязательно еще снимем, наверное, вечернюю серию и выложу ее, чтобы вы посмотрели. Ну, поехали. Правда, я не знаю, что мы там будем делать. Просто арену снимать нет смысла, потому что мы сегодня с тобой пройдем испытание на Шреддера. Надеюсь. Посмотрим, кого нам там еще дадут. Тихо, родные. Ну что они делают? Посмотри. Трындец, вот это. О-хо-хо-хо-хо. Вот это плохо. Если сейчас Бакстер Стокман сходит. А он больше чем уверен, что сходит. Нет, уже не сходит. Ой, ребят, не знаю, давай попробуем массовую атаку сделать. Так, постепенно урон повесили. Тимати. Пока его не стоит брать в провокацию, потому что у нас стоит Рокзар. А вот добить кого-то нам с тобой нужно. И это будет, наверное, у нас Рафаэль. Давай-ка его звезданем. И смотрим. Так, минус двоечка. Шреддера нужно валить, потому что он хиллер.
Отлично, а этот? И этот тоже у нас падает. Змея Карай чудом как-то выжила. Вы сами видели, сколько у него было здоровья. И это хорошо, мы с вами ничего не потеряли. И кубки получаем в полном объеме. Соответственно, и повышаемся по рангу. Блин, 27-я позиция всего лишь. Это еще нужно такими темпами 3 боя, у меня не хватит персонажей. И откатов нету. Нет, я, конечно, могу купить. Сколько у нас там стоит? 250 долларов, 10 откатов. Ну, без Леонардо это деньги на ветер. Поэтому не будем пока ничего тратить. Подкопим. Я говорю, может быть, вечером еще сыграем. И пробьемся в конце концов, да? Так, погнали далее. 68-е, да? 67-е уровни. И тут выбор. Либо Аза набрать, либо Яхуа. Тут Бакстера, тут оригиналы. Я, наверное, возьму Яхуа. И попробуем, наверное, его разобрать. Вот этих двух бойцов возьмем. Ко всему прочему. Блин, ну как же неохота мне брать муху, а никуда не денешься. Слушай, ну тут какая-то у нас имбовая команда получается. Может быть, все-таки этих двух оставить на дорожку? А здесь вот так сделать. Ну, давай прикинем, да? Если у нас успеет, что я очень сильно сомневаюсь, железноголовый встать в провокацию, то шанс есть забомбить. Массовая атака здесь только лишь у нейтрализатора. Но вот этот Майки, он может усилить команду на атаку, и поэтому железная голова долго не протянет. Она всего лишь 2 раунда, по-моему, в провокации стоит. Ладно, поехали, попробуем. У нас 2 лекаря есть. Пока. Ну, такие лекари ватные, сам понимаешь. Вот, вот начинается, короче, пляска с бубном. Блин, атаку повысил. И сейчас все, ребят, мы потеряли Кирби. Все-таки, видишь, я немножко просчитался. У них инициатива была покруче, чем у меня. Ну что же, нам не остается ничего делать, как вставать в защиту и вот потихоньку как-то теперь отбиваться. Но кубки, сам понимаешь, уже с вами профукали. Опа, опа, что делать, смотри-ка. Давай, Джастин, бомбани. Бомбанул, он даже не попал ни по кому. Вот чудик. Вот, я понимаю, железная голова бомбанула. И Доника вот сейчас вынесет. Троечку снес, вот это хорошо. Ну-ка, муха, да что ж творится такое, ребята, вы видели? Она кабана забомбила. Я от нее не ожидал, если честно. А вот Джастин, понятно, Джастин ватный. Так, опять массовая атака, да? Ух, как он жарит. Ну-ка, добиваем его, наверное. Хотя уклонение... Нет, все-таки пробили мы его. Да, жалко, конечно, что у нас Кирби погиб. У них инициатива, сам видел, да, была большая. И они начали первые ходить. И мы с тобой попадаем на 20-ю позицию. То есть еще один бой. Но этот бой под таким большущим вопросом. Естественно, я буду брать Мариана, потому что здесь кубков меньше. Соответственно, он и слабее. А вот поможет ли мне это, если Рафаэль встанет в провокацию? Ну, опять же, он встанет, а тут смотри. Ё-моё, тут вот этот Майки. Вот эти три персонажа, они практически ничего здесь не сделают. Но зато им можно сделать очень больно. Мне кажется, ага, уклонение. Ну, у Микеланджело это понятно. А вот когда до Рафаэля дойдет очередь, это большой вопрос. Начинается, смотри. Раз, так, во. Рафаэль, друзья мои, встал в провокацию. Может быть, каким-то чудом. Массовая атака, ну ты сам понял, да? Уничтожила нашего Бибопа, к сожалению. И вся надежда остается только лишь на Рафаэля, что он здесь всех разомнет. Ну, конечно, Майки еще... Оу, йоу, 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 все, ребят. Нет, выжил. Ну, это, конечно, люто. Если я сейчас сделаю массовую атаку, я боюсь, мы получим урон от сплинтера. И он у нас сдуется, поэтому будем так тихенько бомбить. Не хотелось бы, конечно, еще одного героя потерять. Так, Рафаэль, давай сдачу. Промахнулся. Так, давай хиляться тогда уж. Хотя этим Майки надо было, наверное, бомбануть. Да, Рафаэля? Оу, слушай-ка, если мы, например... Нет, надо бить. Да что ж ты, а? А так добьешь? Не, ребята. О, все,
Все, это фейл. Он отхилился. У меня сейчас только спадет провокация на Рафаэле. И это все, это будет фиаско для нас. Еще и сплинтер тут выделывается, а. Ты посмотри. Ну хорош уже, а. Ты посмотри, а. Каждому надо ударить. Каждому. Ну, давай, может, попробуем добить все-таки. Не, нифига. Одну единичку здоровья всего отняли. Рафаэль, конечно, хорош. Ты сам понимаешь, да? Он держит удар, но сейчас у него... Вот, все, все, ребят. Только провокация спала. И началось, понеслось. Короче, этих 100 пудняк сейчас завалит. И мы останемся вдвоем. Трындец, он еще и делает уклонение. Как нам теперь пробить? М? Они нас сейчас тут потихоньку-потихоньку разберут, наверное. Воу, еще и атаку понизили. И пошло, 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 поехало. Мы мажем, мы с вами не можем атаковать. Еще давай, заблокировали еще способности. Хоть сплинтера наказали, и то ладно. Я уже, знаешь, я уже хотя бы выиграть хочу, ребят. Блин, дымовая бомбочка. Слушай, давай тоже тогда уклонение поставим. И попробуем с собой здесь протянуть. Надеюсь, не ноги. Ну, вот, что он делает? Замедляшку или... Замедляшку, ё-моё. Так, ну майки под уклонением, поэтому они пока не могут попасть. Этот что делает? Этот делает иммунитет. Угу. Хиляться нам пока не стоит. Молодец, майки, завалил бибопа. Так, а теперь нам нужно с тобой, наверное, Рафаэльчика бомбануть. Давай-ка попробуем его разобрать. Бросает Саи. Ага, промахивается, отлично. Минус Рафаэля, и остается лишь Микеланджело. У нас, не забывай, с тобой есть хилка, а. Но мы пока ее не будем тратить, попробуем пробить все-таки. Ага, а он все-таки потратил, да? Ладно. И у него... Слушай, а ты видел, что у него была двойная атака только что, да? Но почему-то она сбросилась, а у нас, наоборот, она появилась. Раз. И два. Все, друзья мои, ну... Два героя в выигрыше, это всего лишь там сколько? 44 кубка получается. Этого мало. Даже 46. Да, 46 кубков. Ну, 46 очков, короче. С 20 позиции мы с тобой приземляемся на 17-ю. Это вообще ни о чем, да? Ну, это была, ребята, разминка. Как говорится, затравочка. А самое-то основное, это у нас, конечно же, испытание. Так, давай зайдем сюда. Вот он, наш супер шреддер. Он начинается даваться нам с какого там эпизода? По-моему, с третьего, если не ошибаюсь. Так что, как минимум, нам нужно с тобой попасть на третий эпизод. Ну что, здесь Шархан и шреддер. Подожди, подожди, не то я делаю. А мне? Ну, мне и дали здесь практически имбу. Армагуша немножко не дотягивает, да? Кстати, пора его вообще прокачать до 70 уровня. До 80-го, ребята. Три левла всего лишь поднять, и он будет, как говорится, уже намного круче, чем сейчас. Так, а вот и Супер Шреддер. Но это пока ватный. Разбирается, естественно, с полтычка. И мы с тобой получаем ДНК на Шреддер. Кстати, сколько нам нужно ДНК, чтобы его прокачать? Это же у нас классика? Нет, это не классика, ребята. Так, 2 ДНК нам дали. Здесь тоже нам дадут 2 ДНК, но если мы пройдем, а мы пройдем с тобой. Тут, а, тут 3 волны, то есть это будет шреддер, потом супер шреддер и усиленный супер шреддер, так скажем. Поэтому здесь особо распаляться не будем, будем обычными пока атаками бомбить. Давай укусик сделаем, отлично. Удар. Да ладно, Донни не смог выбить ему мозги. Ну что ж ты, а? Так, он промахнулся по майке. Ушатали. Так, и еще одна форма супер шреддера. Уже какого-то там... А нет, здесь он обычный. Я думал, что будет темный. Да, у нас супер шреддер будет дальше каким-то темным. Так, ну... Ну это тебе не поможет, парень. Не-не-не-не-не. Постепенный отхил, брось ты. Пора тебе отправиться в ад. Все, ребят. Ладушки, здесь мы победили. Это у нас было третье, да? Третье испытание, но нам нужно 6. 6, конечно, вряд ли мы пройдем с тобой. Хотя хотелось бы, ну вот.
Так, это был второй эпизод, да? Переходим на третий. Вот он. Вот он, этот гаденыш, темный супер шреддер. Да, вот как раз вот начинается с третьего эпизода. Да он и здесь, в принципе, не очень-то и светленький. Сам смотри, видишь, какой-то он затемненный. Так, он сразу активирует защиту и постепенный отхил. Он 50 уровня, но он все равно может, ребята, нам доставить массу неприятностей. Ух ты! Вот это я не знал, ребят, что у Армагона такая хорошая атака против Супер Шреддера. Надо будет это на заметочку взять. Так, давай-ка мы с тобой здесь возьмем защиту дополнительную. И майки. Ну что это? Ну. Так, пошла массовая атака. Ой-ой-ой. Ну, хорошо, постепенного урона он не повесил. А мы ему меткость понизили. Так, укусик. Вот, еще и постепенный урон. И добиваем, наверное. Ага. Постепенный урон его, кстати, убил. Ну что же, а вот и сам Шреддер из преисподней. Да? Его призывают. Вот он вылазит. Жалко, это нельзя пропустить. Посмеялся этот драконоид и ушел. Ну, здесь мы с ним легко справимся, потому что это первая стычка с ним. Так что никаких особых проблем здесь не должно быть. Делаем просто с тобой уклонение, чтобы он фиг по нам попал. Потому что ты знаешь, у него есть массовая атака. Сюрики не очень много отнимают, надо будет запомнить. Пробивной от Леонардо, естественно, как всегда, великолепно. Сейчас что, будет массовая атака, да? Но он промахивается, у нас есть сопротивление. И мы его с тобой сейчас добьем. Армагош, будь добр. Вот так вот. Откуда он пришел, туда его и забрали. Эти самые скелеты. Ну что, друзья мои, отлично, отлично мы прошли эпизод. Это был 50 уровень, да? Я имею в виду Шреддера. Сейчас будет 60-й. Вот, пошло, пошло, родной, накапливаться. Тут, кстати, можно было бы пофармить. В принципе, мне нужны вот эти три персонажа. Но тигр мне пока не нужен, потому что он у меня прокачан полностью. А здесь, кстати, 60-й уровень, да, это Супер Шреддера. А Супер Пупер Шреддера из преисподней уже 70-го. Так что Армагон в зоне риска, причем в очень большой. Так, у него защита здесь, по-моему, очень хорошая, поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, поставим уклонение. Хотя я зря его здесь потратил. Оно нам пригодится, пригодилось бы на последнем боссе. Ну ладно, потратил так потратил. Да ё-моё, а нет, смотри-ка, Донни здесь пробил, как-то странно. Иногда у него не получается добить, а иногда очень даже хорошо получается. Может быть, это все зависит от степени крита, меткости и так далее. А ну-ка, пропиши ему. Отлично. Так, он бросает свои пики. Фиг тебе. На. Ну и опять же у нас Супер Шреддер из преисподней. Сейчас он вылезет. Интересно, а в мультике такое разве было, чтобы он вылазил, а? Чтобы его реанимировали. Да, в принципе, наверное, было. Это же не просто так придумано. Это же не просто так придумано. И кто вообще его убил? Интересно мне знать, что его в ад забрали. Так, ладно. Злобный ты таракан. Мы сделаем вот так с тобой, чтобы вся команда была усилена. И поехали бомбить. Так, дополнительную защиту поставим. Так, вертушку. Давай вертушку, наверное, применим. Ну что, почти, почти пол хп. Так, опа, промахнулся, да? Промахнулся. Армагон, давай в него валуном, пожалуйста. Бомбани хорошенько. Ну вот. Уже лучше. Так, апперкотиком угостим его. Постепенно не повесилось. Немножко грустно. Так, массовую атаку делает. Да, неплохо так отнимает здоровье он. Я тебе скажу, можно хильнуться, потому что Микеланджело здесь очень слабо атакует по нему. И, надеюсь, Лео добьет. Угу, не тут-то было. А если вот так вот? Отлично. Не зря мы прокачивали, да? Бомбочку эту, бейсбольную, для Донателло. В общем, он именно ей и добил Шреддера. Ну что же, мы с тобой переходим на следующий эпизодик. Это будет у нас, по-моему, предпоследний. И я вот думаю, может быть, нам Армагона все-таки не брать, потому что здесь уже будет еще жестче. Смотри, 70 и 80 уровень. Давай, наверное, мы пока его оставим.
Если наша команда здесь проиграет, то возьмем его просто уже для баланса, да, чтобы он как бы был пушечным мясом для отвлечения. Сейчас будет очень хорошая атака. Но пострадал только лишь Донателло. Ага. Уклоняшку я пока тратить не буду. Я попробуем его так пробить. Ага. И добили. Это была первая, да, у нас форма. Теперь у нас идет вторая. Давай защиту дополнительно поставим. Уж лишним она точно не будет. Как пить дать, я говорю. Ох, ядрить, ты посмотри. Вот это он бросил, да? Офигеть, ну-ка пробивным. Это сразу чувствуется, ребят, мощь. Понимаешь? Мощь этого шреддера, просто так его не пробить. Отлично, Майки выстоял. Точнее, не Майки, а Рафаэль. Так, тихо-тихо. Давай, половину здоровья отняли. Давай-ка еще раз попробуем бомбочкой вот этой вот. Слушай, ну, неплохо бомбит, на самом деле. Бомбочка вот эта вот, бейсбольная. Ну и вот, наконец, у нас последняя форма супер-шреддера, супер-злодея. Тут обязательно нужно будет ставить уклонение. И пока оно у нас действует, нам нужно как больше нанести ему урона. Иначе он начнет здесь сейчас массовые атаки по две штуки делать. Ну и, естественно, бросать скелетов в нас. Причем, если скелет попадает, он снижает, по-моему, и защиту, и атаку. Так, что-что-что? Опачки, видишь, что он творит. Так, первый Рафаэль рванул в бой. Провокации, как ты видишь, у нас здесь нету. Я усиляю команду целенаправленно. Теперь делаем с тобой уклонение. Еще бы нам с тобой хильнуться, да? И было бы все замечательно. Так, пожалуй, и поступим. Ну что, теперь начинаем бомбить его. Так, Рафаэль. Опа, нормуль. Сюрики. Ну-ка, если так. О, так еще плохо. Давай тогда делать с тобой суперудары, Микеланджело. Эх, твоя бомбочка, липучка эта, дымовуха. Очень плохо работает. Так, надеюсь, он здесь ничего не будет чудить. Это мы еще, не забывайте, ребята, бьем его под усилением. Наша команда усилена очень сильно. И ты видишь, какой результат. Сколько нам приходится, что? А, постепенно урон его уничтожил. Господи, я думаю, что это он там начал вытворять. Вот. Интересно, мы с тобой сможем пройти последний эпизод? Он там будет 90 уровня. Угу, это будет люто. Но зато 4 ДНК как с куста. Обожаю. Но я все-таки попробую. Блин, вот Донателло, он самый слабенький у нас получается в этой команде. И не брать его как-то тоже без его суперзащиты. Но его положат. Ладно, попробуем убрать. Тремя черепашками это будет, конечно, очень мега сложно пройти. Очень мега сложно, но что-то будет... Ой-ой-ой, сейчас прилетит кому-то. Ох, ё. Еще и с постепенным уроном. Ты представляешь, что он вытворяет? Он постепенный урон повесил. Я сейчас замучаюсь отхиливаться. Что же делать-то? Давай просто бомбанем пока. Меткость мы ему понизили. Так, тут постепенно урон спал, да? Я пока не буду ничего больше тратить. Начинает. Сейчас, по-моему, упадет кто-то. Блин, Майки, бедный Майки. Как же нам быть-то? И хильнуть его надо. И потом я знаю, что хил нам пригодится. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, провокацию, что ли, брать на Рафаэля? Или уклонение нам нужно будет потом. Тут, видишь, вот такая вот штука, ребят, происходит. Либо, третьего не дано. Ну хорошо, что он переключился на Леонардо. Он его начинает бомбить. По крайней мере, с Майки постепенно упало. Ага, он делает защиту и, соответственно, хил. И этот хил у него будет довольно неплохо восстанавливать здоровье. Так, постепенно урон повесим. Да, повесили. Пожалуйста, Лео, добей его. Есть. Ну что же, переходим с тобой на вторую волну. Блин, главное, чтобы не было еще одной вот этой массовой атаки. Может быть, все-таки повесить нам с тобой уклонение, а? Просто я боюсь, что Майки упадет. А если мы здесь выживем, то последний босс нам, конечно, там устроит такую трепку. Ты смотри, даже пробивает уклонение. Вот такой вот он гаденыш сильный. Так, ладно. Но у него, ребята, когда он делает свой суперудар, он сам себе понижает меткость.
Так, началось, да? Защита плюс отхил. Ой-ой-ой, как слабо мы его пробиваем, а. Так. Рафаэль держится, слава богу. Так, он еще вешает на себя броню. Заметил? Давай, Майки, жалко, у тебя второй атаки нету. Так, Лео, нам нужно с тобой как можно быстрее... Во! Хильнемся. Так, теперь бы нам... Блин, я возьму провокацию. Фиг с ним, я рискую, ребят, я знаю, что рискую. Нам главное пройти. Сейчас Рафаэлю прилетит. Ай-яй-яй, еще и замедлил его. Так, у нас и на Майке есть хилочка, уже откатилась. Ну, блин, он сейчас на себя повесит. Воу-воу-воу-воу, тихо. Тихо-тихо-тихо, родной, ты куда, разбуянец? Ты посмотри, сколько он здоровья оставил Рафаэлю. Эй, парень, иди отсюда. Блин, я думал, ушатаем его. Ну смотри, как он бомбит, а. И броню на себя кастует. Ладно, вешаем уклонение. Трындец. Вот запара, а. Ага. Да иди ты в пень. Ну что ж ты будешь делать? Он опять на себя защиту послал, ребята. А, нет, защиту не повесил, но отхил. Наконец-то. Так, у нас с тобой в данный момент висит уклонение, да? По-моему, на один ход еще. И вот суператаки только нету. Точнее, не суператаки, а усиленные атаки, которую вешает у нас... А кто у нас вешает-то усиленную суператаку? Рафаэль? Конечно же. Это называется ярость Рафа. Так, ну с этим парнем, да, сейчас, конечно, будет очень-очень туго. Я не знаю, как нам делать. Мы с тобой все удары суперские потратили. Сейчас прилетит. Смотри, что сейчас делать. Ай-яй. Оу! Ты серьезно? Ты сейчас... Он просто взял Майки. У него было фул ХП. Он его... Пым! Сейчас Рафаэля улетит. Трындец. Чё-то я, ребят, не помню, чтобы он такой лютый-то был. Чё за... Чё он творит? Он... Всё, хана. Ё-моё. Вот это да, ребят. Вот мы поиграли. Слушай, давай-ка я попробую сейчас... переиграть, но взять вот этих вот всех в основной состав. Блин, нифига он бомбит. Обалдеть. Ладно, попробуем здесь с тобой, не знаю, как-то выжить. Он сейчас будет он первый. А, ну хорошо, что он это делает, а не свою суперволну, массовую атаку. Ну что, начнем с уклонения, чтобы хотя бы кто-то у нас тут успел еще выжить. Ну а дальше начинаем бомбить со всех орудий просто-напросто. Опа, здесь хорошо мы ему припечатали. Ну-ка, ракеты как сработают? Неплохо мы ему понизили атаку. Так, Рафаэль, давай. Зергут. Так, в кого он сейчас бросает? Рафаэль терпит. Дает сдачи. Повесим с тобой доп защиту. Майки, пробей его. Нет, он не может пробить. Не хватает силенок. Так, Лео сделал свое дело, бравое. Ну, а мы с тобой переходим на вторую форму Шреддера. Вот он стоит. Валун пока не хочу тратить. Постепеночку повесели. Так, давай-ка мы с тобой сделаем ярость Рафа. И уже усиленными будем бомбить. Оу, массовая атака пошла. Нужно хильнуться. И желательно быстрее. Так, Майки у нас как раз для этого дела подойдет. Он хиляет нашу команду. И мы начинаем бомбить. Ну-ка, бомбочку. Окей. Так, теперь неплохо. Что он сейчас сделает? Угу. Защиту повесить на себя или нет? Защита хил, но у него, видишь, мало здоровья. Я думаю, что Армагон, ну-ка. Бесполезно. Так. Твою же налево, а. Ну-ка, бомбочку дымовую свою. Есть, красавец. Слушай, а у нас уклонений, по-моему, нету, да? Если сейчас этот Шреддер сделает массовую атаку. Ну, ты понимаешь, если он уронил Майки тогда, то Армагон с Донателло, наверное, вообще сразу же упадут. Но если не упадут, то, скорее всего, мы здесь еще с тобой можем даже и победить его. Но не без потерь, конечно же. Так, вот он психанул, вот он вылез. Ну что же, начнем, начинаем. Вертушка поехала. Отлично. Так, дальше кто? Сюрики, блин, я не знаю. Ну давай сюрики применим, фиг с ним. Отлично, так, начинается у него. В кого бросает? Почему в Рафаэля сразу же? Чем тебе Рафаэль-то не угодил, а? Безмозглая ты голова, объясни мне. А валун бросить? Давай бросим валун. Эх, слабовато.
Так, пробивной. Я попробую пробить его. Добить. Сможем мы его добить, а? Смотри, блин, я рискую, ребята. Нет, 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 нет. Да чтоб тебя, ну как ты, корявая голова, ты, блин, подбил. Бесит он меня, ребят, ну он меня бесит. Ну ты посмотри, у него сколько здоровья осталось. Мы... Блин, если бы он не подбил бы Рафаэля, мы бы с тобой здесь в сухенькую прошли бы, понимаешь? То есть без потерь бы. На три звездочки мы могли бы фармить. Блин, ну как так-то, а? Все-таки надо было, наверное, нам хильнуться, да? Сгоряча я, конечно. Но если бы я не ударил бы, возможно, мы бы вообще здесь сдулись. Но самое главное, что я прошел. Прошел это все испытания, ребят. Конечно, вот этот уровень я пофармить не могу. А хотя, ты знаешь, вот... А тут особой разницы нету. Посмотри, что этот уровень фармить, что этот. Ну, единственное, что, конечно... есть разница, друзья мои. Здесь 4 ДНК, да, на Супер Шреддера. А здесь только лишь... Точнее, здесь только лишь 4, а здесь уже 5. То есть на одно ДНК больше. Угу. Так. Давай посмотрим, что у нас здесь. Союзники. Кого нам здесь дадут? Так. Можно, конечно, попробовать вот этот уровень пройти. Первый. Ну, хоть что-то заработать. Блин, вот именно до эксперта я еще пока, как говорится, не дотягиваю. Не хватает у меня мощей на любой команде. И никак не могу пройти. Так, три волны у нас здесь. Ну, попробуем, что у нас из этого получится. Давай, Армагуша, массовую атаку свою, пожалуйста. Ага. Так. Тихо, тихо, давай-ка крикнем, наверное. Блин, Макмана-то положим сегодня спать или нет? Нифига. Прикинь, я бомблю, и у меня ничего не получается. Ага. Так, этот берет провокацию. А тот, наверное, сейчас будет хилять, да, морзильная кошка? Вот как пить дать, естественно. Причем хиляет, ничего себе. Почти фул хп восстановилось, зашибись. Так, Тимати, оп. Обалдеть. И ты еще давай, брось комочек. Понятно, мы потеряли с тобой карайку. Это, конечно, жесть. Да иди ты в пень, Тимати, ну... Я не понял, что ты борзеешь-то, а? Я не могу его пробить. Прикинь, он в провокации стоит, я не могу ничего с ним сделать. А этот еще ускорение влепляет. Ну-ка, отлично. И это только первая волна, еще две впереди. Так, тут у нас Мундагека, Кейси Джонс и Эйприл, да? Так, попробуем замедлить их. Окей. Надо Эйприл как можно быстрее ушатать, потому что она будет хилять их 100%. Уже не будет, конечно, но все равно. Так, Кейси Джонс. Упал. Все, Мундагека здесь один ничего не делает. Ну, ладно, пускай там ускоряет, кого хочет, сам себе, наверное, ускоряет. Для нас это ерунда. Так, и последняя, третья волна. Здесь у нас Кирби, железная голова. Блин, вот это вот уже похуже будет. Начнем с Кирби. Надо было, наверное, с Мондагека начать, но... О! Вот это хорошо, кстати. Ишь, Кирби ватный, ребята. И с ним довольно легко справляться. А вот с остальными будет немножко посложнее. Тут выбор. Либо Мондагека валить. Я попробую заблокировать ему способности. Не получилось. Он сейчас, естественно, будет пускать команду. А вот железноголовый 100% возьмет... на себя провокацию. Оу, и тут еще массовые атаки. Я забыл про них совсем. Они вешают постепенно урон. Он еще и замедлил нас. Так. Блин, паукус. Паукус 100% упадет. Да и змейка Вьюн тоже на грани. Выживет, я не знаю. Либо Армагон выживет только лишь. Либо Зек. Ну-ка. Так, Мондагека упал. Этот сейчас хорошо не ракеты пульнул. А ведь мог бы. Так, Змейка Вьюн не выживет, наверное, да? Роквелл. Ага, вешает на себя дополнительно. Нет, я думал, защиту вешает. Нифига. Есть, друзья мои, мы прошли. Потеряли, конечно, двух бойцов. Но главное, мы с тобой получаем там награду какую-то. Что там у нас вообще будет даваться? А снаряжение союзники. Снаряжение союзники. Но сюда я не пойду, тут 80 уровни. Причем чистые 80 уровни. Так что нас тут быстро раскромсают. А единственное, что хочу, это вот здесь вот попробовать. Ой, не то. Попробовать получить. Блин, ну зачем мне тигриный коготь? Ну, все?
Это так у нас быстро закончился сыр? Офигеть, ребят. Просто моментально закончился сыр. Я только разгулялся, только раздухарился, и на тебе. Ну что ж, ничего не поделаешь. Так, друзья мои, будем, наверное, на сегодня закругляться. Вечером пойду на турнирочку и попробую все-таки перейти в Лигу Мастеров 2 звезды. Сегодня у нас суббота, да? Остается всего лишь один день, это воскресенье. И там уже будет обновление недели. Rocksteady фильм. Кстати, сколько мы с тобой получим на Лиге Мастеров? 45 ДНК на него, да? Это при хорошем раскладе. Нам нужно сколько? Сейчас мы с тобой посмотрим, где он, во-первых, находится. Слушай, если мы получим с тобой 45 ДНК, мы переведем его в четвертую серебряную звезду. И это будет на самом деле уже хорошо. Леонардо имеет 74 ДНК. Есть, конечно, небольшой смысл пройти смятение. Тьфу ты, куда я залез-то, елки-палки. Вот сюда вот. Но тут очень много всего нужно проходить. Может быть, вечером тоже попробую вот это все запелякать. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.